Платонцева вытянули ли наверх. Неудобно ему защищаться, конечно, против маленьких игроков. Какой блокшотище! Хотя «Зенит» не прессингует. И Мажоровский берет мяч, прорывается к середине площадки. И забивает! Вот так вот МПА-2 заканчивает первую четверть середины площадки. Неудачная скидка, и Савченко первый на мяче, обратный перехват, уже отчетиненный. Тюльпаев! Бросок сверху с двух рук. На радость всей краснодарской публике. На периметре Кирилл Есипов, который не забивает. Неудачная атака МБА-2, Топтунов отправляет быстрый отрыв партнера. И какой бросок сверху, Павел Земский! Земский долго ждал этого момента и вот сейчас зарядился максимально. Улетел в стратосферу и пахнул с мясом. И снова скидка на периметр. Щетинин в этот раз идет внутрь. Елатонцев! Вот такой бросок сверху с одной руки! Елатонцев сверху мощно втыкает.